Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал Калямба ТВ. Ребят, на этом канале выходит просто множество видео по танкам онлайн, и в день выходит по 3-4 видосика. Также очень часто проходят стримы, и на этом канале вы однозначно не заскучаете. В общем-то, если вы им заинтересовались и хотите на него подписаться, сделать вы это можете по ссылке в описании, либо кликайте на аннотацию. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, ребята, с вами Вайдер, и сегодня мы записываем рубрику, которая называется «Латки». Вот, ребята, кто, так сказать, старичок и не забыл до сих пор эту рубрику, тот помнит, что в латках нам нужно, ну точнее, у нас есть один догоняющий и есть у нас пару убегающих. Соответственно, я ввел новое правило, когда у нас кто-то один догоняет, ему разрешается срать минки. Но когда их уже становится, например, двое, потому что когда кто-то дотронулся, например, я до Лёшки, и все, он уже переходит, соответственно, за меня, и мы догоняем оба, например, кого-то одного чувака. Вот, кстати, сегодня со мной будет записывать это Лёх, поздоровайся. Всем привет. И Ховик, поздоровайся. Всем здорово, ребят. Вот. Давайте сейчас выясним, опять же, на камень, что бумага, чё, кто будет делать. Готовы на счёт 3 в чатике? Или у кого-то бан? Не-не-не, всё чётко, давайте. Давайте. Раз, два, три. Изи Вин, Ховик просрал. Ой, зелёненькая. Да, ты нас будешь догонять. Давай, Лёха, переходим мы за синий, Ховик у нас за красных. И начинаем просто вообще по-жёсткому угонять. Так, ладно. У меня есть определенная удачи. Тактика. Да. Так, а что там, надо убегать, да, нам? Всё? Да, нам нужно от него убегать, ему сейчас можно пока срать минушки свои. Ну, да. Божественные, драгоценные минушки. Так, где Ховик? У нас Ховик? Ховик, не пугай так. Взяли не очень хорошие краски, я тебе так скажу. А, да. Есть такая тема. Ховик, там Ховик сзади, убегай. Просто да, ран. А мне мин нельзя ставить? Нет, тебе мин нельзя ставить. Можно минки только Ховику. Окей. Блин, интересно, вот в эту дурочку можно провалиться? Нет, походу, нельзя провалиться. Ай! Сука! Я чуть сам себя не запортачил, понял? Там за домиком есть... О, давай, отжирай нетрушку, я эту отожу нетрушку, и все. Просто на изи убегаем от Ховика. Кстати, здесь будет довольно-таки проблематично догнать, именно в плане того, что у нас же, во-первых, новая обновленница вышла, в котором минки у нас кдшится просто хер пойми какое время, и поэтому Ховика будет довольно-таки сложновато. Так, Ховик, смотри, у меня тут нетрушечка есть. И... Я понял, а где Ховик? Он со мной теперь бегает, можешь не убегать. Сука, оглядываюсь. Все кусты просматриваю. Интересно, да, от кого ты убегаешь? Да. Вон он сзади, видишь, мою попку трогает. Ховик, а чё ты такой извращенец, а? Нехорошо таким быть. Чё, думал, я туда спрыгну? А нет, Ховик, я сюда поеду. Оп. Ховик. Эх, Ховик, я убегаю от тебя. Ховик. Ховик, Ховик, я здесь видел нетрушечку, и она здесь лежит просто божественно. Ну, Ховик, ну как ты ее просто не подобрал-то, а? Здесь вроде бы еще одна нетрушечка. А там вроде бы я собрал. Нет. Здесь нетрушка лежит, я ничего не знаю. Нормально. Ой, Ховик, Ховик, Ховик. Так, ладно, покатаемся, поедем. Интересно, здесь вроде бы на мосту мин не было, когда я особо проезжал, но он сейчас мог насрать их. И это, конечно, меня не особо такие радует. Так, ладно, поедем все-таки вот по вот этому пути. Я так думаю, он верный будет для меня, и я по нему по-любому уеду. Че, он уже за тобой? Да нет, мина. А-а-а. Не пугай так меня, пожалуйста. Не в удобном положении валяюсь, ну ладно. Я тебя понял. Ховик, а ты где? А, Ховик, ты ебал. Я пошел с ним, все. Остановился. Он за тобой. А, он за тобой, да, поехал. Да, да. Ну, ты в минусе. Он такой едет за тобой такой. А я что-то такая. Сука. Такой едет такой. А я не в удобном положении. Раз остановился. Ой, Ховик, Ховик.
Смешной ты дядька. Ну, вообще прям очень смешной. Че, он опять за мной поехал? Ой, я на минуту подорвался. Да, кстати, занарит, наверное. Так, ладно, высматриваем Ховика. Ну да, Вайдер. Делай правильно то, что делаешь. Да. О. Там вроде бы еще должна одна лежать. Если мне не по. Ёпта! Сука, откуда ты взялся? Ёпта, я обосрался, отвечаю. Че, он тебя догнал? Да. Точно? А мне показалось, что не дотронулся. Ой-ой-ой. Как ты стенки бежал, ладно, ты тоже. Ладно, дотронулся. Ой-ой-ой. Пацанчики, сука, вы что такие жесткие-то, а? Лёха, ты не хочешь перезайти за Ховика? А, да, ой. А то так, мне кажется, ты меня изи прям найдешь, где я прячусь. Тебе так не кажется? Да я вообще не смотрел куда. О, а чё это я на паузе? В смысле автовыход? Я хочу не играть. Знаю. О, всё. Просто моя жирная жопа там просто взяла и застряла. Кстати, вам теперь запрещается срать минки, а мне, соответственно, эта функция просто божественная открывается. Ууу, да, детка. Ищи Ховик. Ховик, ищи. Чё, Лёшка, думаешь меня наколоть, да? Нет. А я тебя видел там? Нет, не видел. Не видел, да? Не, не надо. Да мне кажется, так, чисто глазочком. Я просмотрел всё-таки, где ты там находишься. Так, ладно. Сейчас не очень хорошая ситуация у меня происходит. Нет, но Лёшка краб, так что все нормально. Да, нормально, сейчас тебя устрою нормально. Так, тихо-тихо. Смотри, смотри, он сейчас упадет. Все, пока. ГГВП просто. Просто ГГ. Ты до меня не дотронулся, Ховик. Давай я дотронусь. На тебе минку поставь. Да, я у меня этот, вот. Суки. Так, ладно, короче, ребята, в этом раундике я благополучно проиграл. Ну, как я проиграл? Я последний. Так что давайте сделаем перезаходик. Сейчас я вас буду эпичненько догонять. И как раз-таки на своей шкуре это все и опробуем, как у нас догонялочки происходит и как что у нас на этой карточке. Так. Нет, у нас там нет. Так, мы пока не можем ставить. А, да, стоп. Или можем ставить. Не-не, вы а, не можете ставить, я только лишь могу ставить миночки. Так, мои дорогие нетрушечки. Мне кажется, или вас надо прям собрать, прям... прям себе взять и забрать. Не надо. Зачем ты так жестко с нетрушечками? Они тебе что-то плохое сделали? Ну да, они желтые. Я просто дико не люблю желтый цвет. Не знаю почему. Ты расист? Да. Я не люблю желтых. Я не люблю желтых. Но я же не черных не люблю. Черных я люблю. То есть ты сейчас еще припомнил черных, да? Ой, жесть. Просто жесть, ребята. Просто жесть. Так, ладненько. Мармеладненько, шоколадненько. Поедем у нас все-таки за типами, потому что, мне кажется, надо их. Где он? На фабрике. А, окей. Так, хорошо, Ховик. Есть. Значит, ты у нас будешь первой жертвой. Чё думаешь, в кустах сидишь, и я тебя не замечу? Сука, Ховик такой сидит, я сперва его не заметил, потом такая нетрушка вверх подлетает. Взял ее, сцыганил кто-то, сука. Ховик, да тормози ты, братан. А, братан. Давай, мне кажется, тебе нужно притормозить. А, Ховик? Эхельмуй, сникерсуй. Да тормози, Ховик. Тормози. Не нужно так играть. Ну, Ховик. Да, Ховик решил в спортсмена поиграть. Ну, вообще не говори. Бегу на рабский. Но мне сейчас кажется, одна малейшая ошибочка, и Ховик у нас просто берет и подрывается на миночки. А, вот здесь уже кто-то собрал, да, мою минку в нетре? Да. И да, был я Вайдер. Ау, ну хорошечно. Так, ой, Ховик, дратуйте. А шо вот такой жесткий? Бум. Бум-бум. Бум-бум. Я тебя не догнал? А, Ховик? Ховик, может, это этишь уже? Ховик, тебя Вайдер догнал или нет? Нет.
А у меня на экране, мне кажется, я тебя догнал. Мне тоже показалось, что догнал. И прям проехал по всему мосту по тебе. Ой, какими мечтами пользуешься? Ахуй. Ой, я врезался нечаянно, негаданно. И сейчас не догнал? И скажи, что сейчас тоже не догоню. Не догнал же, да? Ахуй. Прямо вот сейчас тоже не догнал. Сука, по нему уже раз 200 проехал. Нет, нет, не догнал. Так, Алёшка, давай выходи. Тебе, кстати, уже можно срать минки. Да, хорошо. Да. Эх, Алёшка, Алёшечка. А где ты есть-то? Да меня нет, я вышел из питы давно. Да? Я же слышу Вайда. А чё ты прям стоял тогда до последнего? Я старый, но я же слышу всё. Я старый такой. Так, Ховик, давай. У меня еще стоит просто херова туча мин, а он едет в город. Нетрушки подобрал, сейчас едет. Ну, Ховик. Но это херовая тактика, Ховик. Так, ладно. А может быть и хорошая. Давай, Ховик, просто. Ран, Вася, ран. Не оставь шанса мусорам. Ран. Ховик, ты охерел через меня пролетать? Просто на изи взял, проехал через меня. Ну, это просто Ховик. Это просто Ховик. Ну, куда ты поехал? Пока. Лол. Так, нормально. Нормально все-таки. Моя реакция меня пол спасла. Ты только минуточку ставишь, и еду без нетрушки, и просто пш-пш-пш-пш-пш, и беру ее. Ховик, ну ты лол, что ли? И догнал. Меня не было. Не знаю, серьезно не было. Ну окей. Ты тронулся, да? Ну у меня-то... Ну ладно, давай, это рассинхрончик, так что можем еще, в принципе, подогонять. Я видел, что ты дернулся, но у меня точно не было. Угу. Так, ладно, это правда я не понял, куда Ховик у нас поехал, но это, в принципе, ладно, это Ховик. Я хотел обратить его, ну ладно, не получилось. Ну ладно. Ну, сейчас да, не догнал вот тоже? У меня он там был сейчас. Ну, я вижу, что ты дёргаешься, но у меня сейчас на экране я нет, прям в тебя въехал. Прям еду в тебе. Ну, наверное, да, было, но я серьезно прям. Ну, ты не во мне точно был. Давай догнем его. Да я догнал его койку уже, сука, через меня лагучая. О, божечки. Ну, короче, ребята, вот такой вот у нас получился выпуск латок. Соответственно, если он вам, конечно, понравился, не забываем поддерживать меня лайков, ребята. Вот, просто ставим кучу-кучу лайков, и обязательно мы будем снимать эту, так сказать, рубрику все чаще и чаще. Потому что, ну, она в натуре такая прикольная, веселая. И есть некоторые места, на которых реально можно просто поугарать вообще по жести. Ну, и, соответственно, нам будет тоже некое веселье. Так что обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а с вами был Вайдер, Лёха и Ховик. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.